эфир через 5, 4, 3, 2, 1 и поехали. Добрый вечер, мои зайки и котятки. В эфире вечерний Коленко 96. Со мной только самые хорошие, позитивные и яркие новости. В Канаде полицейские обнаружили 350-гектаровое пастбище с марихуаной, охраняемое 13 черными медведями. Что это за новости? Конечно же, главная новость сегодняшнего дня, что у Карины Мухортовой день рождения. Мы отправили наших специальных корреспондентов в разные точки нашего большого, но такого уютного мира, чтобы узнать, как отмечают, как реагируют разные страны мира на эту новость. Отправляемся вместе со мной в путешествие онлайн. И будем связываться с нашими дорогими котятками и зайниками по интернету. Алло, Эмилькин. Николай, здравствуйте, Казахстан на связи. Туган кунымен, Карина. Или что в переводе на русский будет означать «С днем рождения, Карина». Сегодня поистине величайший день, но город погрузился в глубочайшую депрессию. Карина не приехала. Казахстанцы очень тщательно готовились к этому дню. Как вы видите, были насажены деревья, были установлены вышки высоковольтных проводов. Люди в панике, не знают, что делать. Вы посмотрите, в слове «Карина» они сделали целых 3 ошибки, а в имени Рикардо так их вообще целых 7. По всему городу были развернуты столы, все ждали Карину, чтобы она угостилась нашими традиционными блюдами, а лучше, чтобы она приготовила что-то свое. Но Карины нет, и теперь мы не знаем, для кого были приготовлены все эти кушания. А я передаю слово Николаю. Николай? Да, в действительности наша звезда, ну, конечно, не такая, как я, Карина Мухортова очень любит готовить и кушать мои вкусные блинчики. Но сегодня она, к сожалению, не сможет заскочить к нам на званый ужин. Надеемся, у наших южных соседей дела с празднованиями днем рождения Карины обстоят получше. Алло, Юлечка? Я знаю, что Карина тоже любит танцы. И этот танец специально для нее. Говорят, что наши питерские северные водители очень агрессивны и им не хватает улыбок. А вот жители Юго-Восточной Азии как раз-таки очень позитивные и дружелюбные. Давайте узнаем из первых уст, как они будут отмечать день рождения Карины. Николай, добрый день. И сегодня поистине добрый день, потому что в столице Малайзии, в городе Куала-Лумпуре, сегодня отмечают великий праздник. Малайзийцы очень открытые, жизнерадостные и улыбчивые люди. Только благодаря Карине, потому что она может помочь друзьям не только советом, но и делом. Поэтому по всему городу сегодня люди могут увидеть великолепные салюты. Люди будут радоваться жизни, улыбаться и гулять по городу. К сожалению, за этими медицинскими масками мы не сможем увидеть улыбок, но все эти миллионы малайзийцев дарят свою любовь, радость и счастье Карине. Николай? Именно здесь, на пересечении улицы Рубинштейна и Невского проспекта, Карина проводила свои летние каникулы и удивляла северных депрессивных жителей своей очаровательной улыбкой, красотой и обаянием. А как же на Карину отреагировали москвичи? У нас есть уникальные кадры. Спросим у них. На связи Москва. Мы передаем вам, что мы выстояли против короны и экономического кризиса. А все почему? Потому что у нас есть супер-мега-прочный фундамент от Карины. Это семья. Семья – основа всего. У Карины очень прочные узы с семьей. И это очень нам помогло, чтобы мы здесь все выжили. А в честь дня рождения Карины нам разрешили гулять! Ходить в парки, в кафе, и, в общем, жизнь налаживается, и все благодаря тому, что Карина с нами. Желаем тебе, всем городам, чтобы в будущем у тебя был еще более крепкий фундамент с кучей детишек. А сейчас рекламная пауза. Yes, of course, of course. Oh.
Доброго времени суток, уважаемые телезрители! С вами прогноз погоды и я, его ведущая Анастасия Ковалева, прямиком из Канады. А спонсор нашего сегодняшнего выпуска – Дюфалак. Если каждый день никак, принимайте Дюфалак. О погоде. Долбанная жара сменяется долбанным холодом. Ветер штилем, дождь градом, и все это сопровождается непостоянностью солнца. Именно такая картина наблюдается на всем земном шаре, кроме Нанкина, город, который не показан на этой карте. Нанкин. Именно в этом городе в ближайшие дни, недели, а может быть и месяцы, ожидается аномально приятная погода с температурой воздуха, идеально подходящей для встреч с друзьями, для походов в ресторан и любого рода веселья. А все потому, что именно в этом городе отмечается день рождения Карины Мухортовой. Британские ученые настоятельно советуют отказаться от печали забот в этот день, как можно меньше работать и как можно больше проводить времени с Кариной Мухортовой, в чем нанкинцам несказанно повезло. А нам, жителям Канады, России, Казахстана, Украины, Малайзии, прости господи, остается только завидовать. С вами была Анастасия Ковалева и мой прогноз погоды. До свидания. Карина стала знаменитой благодаря тому, что переехала жить в Китай. Именно в Поднебесной она вознеслась на Олимп своей популярности. О ее борьбе с тенью ходят слухи и легенды. Поэтому сейчас мы отправляемся прямиком в сердце нашей невероятной истории, чтобы узнать, как именно китайцы относятся к Карине. Дадяхао, всем привет, на связи Нанкин, Китай, и сегодня вся страна тоже празднует день рождения Карины. По некоторым данным, Китай потратил больше миллиарда юаней, чтобы украсить всю страну, потому что для китайцев это действительно очень важный праздник. Карина является национальным героем. С тех пор, как она подвинула все дурацкие тени в Китае, китайцы наконец-то смогли жить счастливо. Поэтому от лица всех китайцев, Карина, я поздравляю тебя с твоим днем рождения. Мы от лица всей нашей большой и дружной команды новостей еще раз поздравляем нашу звездочку Кариночку с днем рождения! Ура! И Дарине эти трогательные слова любви. Давайте же все вместе посмотрим это замечательное произведение. Мухортова Карина Александровна. Hi, sweetheart. Привет, Карина. Звездочка родная. В этом живописном месте я хочу поздравить тебя с днем рождения. С днем рождения, с днем рождения. Happy birthday. You're such a wonderful person, you know, like you're so caring. В тебе есть огромный потенциал. I wish I could celebrate today with you, but I can't. I still hope that you are having a wonderful day. Also, you're so creative. И я тебе желаю, чтобы ты вот прямо сейчас уже это поняла, и поняла, насколько ты талантлива. Желаем тебе в будущем построить очень крепкую семью. Hope that you're always surrounded with only good and positive people that appreciate your amazing good heart. Чтобы исполнить все твои мечты и желания, фортуна шла с тобой рядом. И чтобы не было никогда у тебя по жизни никаких запарок, загонов. Еще хочу тебе пожелать, чтобы в твоей жизни все было вот так вот плавно, как я качаюсь на этой качельке. Большой-большой любви. И больших полетов тебе в акро-йоге. И много маленьких детишек. Да. Love you, babe. С днем рождения! Будьте счастливы, будьте здоровы и радуйтесь жизни. С днем рождения!